Сигмальд, Шиала, встретимся в моем шатре. Вы должны мне объяснить, что там происходит и как от всей этой мутатени избавиться. Слушаюсь, Ваше Величество. Соберите ротных командиров. Сию минуту, Ваше Величество. Десятник, присмотри за ведьмаком. Он меня только что из самого магического пекла вытащил. Значит, убивать меня, как Фольтеста, не станет. Но по лагерю ему шляться нечего. Займи его чем-нибудь, а потом приведи в мой шатер. Государь, я прошу аудиенции. Боже, сперва чародей, и потом ведьмак. Вот те и на. Обещалась быть нормальная война. Можно тут где-нибудь горло промочить? Роше, ты за него ручаешься? Можешь быть спокоен. Фольтеста и Димовенда убил не он. Ну тогда пойдем.